Верхнюю часть лица специалисты считают более проблемной. Морщины здесь появляются раньше и избавиться от них сложнее. Но все-таки это возможно. Сегодня покажем несколько полезных упражнений. Первое упражнение – два в одном. Во-первых, расслабляет мышцы лба, переносицы и надбровные дуги. А во-вторых, укрепляет эти мышцы. Наше упражнение будет выстроено по принципу захвата кошачьей лапки. Что это такое? То есть это 5 точек, которые вы располагаете по лобному брюшку, таким вот кружочком. То есть идет установка пальцев на начало брови, на конец брови, между двумя лобными брюшками устанавливается, сверху пальчик устанавливается и идет движение. Между бровями мы растягиваем, хвостик брови поджимаем вверх, сверху мы мышцу стягиваем. В это время лоб поднимаем вверх, считаем до 5 и медленно расслабляем мышцы. Для первого раза хватит 2 повторений. Постепенно их количество можно увеличивать. Другое движение, которое позволит расслабить не только мышцу лба, но еще включить височную зону. И опять же поможет вам поднять и активизировать, и расслабить, и укрепить подбровную зону. Большие пальцы устанавливаются четко над ухом. Остальные пальчики выкладываются по центру лба, по надбровным дугам и надбровными дугами, и создается движение рук вверх. Открываем широко глаза и почувствуем, как мышца подтягивается вверх. При открывании глаз мы помогаем мышце протянуться вверх. Теперь закрываем глаза вниз и пытаемся нахмурить брови. Раз, два, три, четыре, пять. Расслабили и с расслаблением открываем глаза, поднимаем лоб и руками продвигаемся вдоль мышцы лба, пальчики над ухом протягивают височную зону. И опять опускаем глаза вниз и хмурим брови. Раз, два, три, четыре, пять. Расслабили, успокоили, закончили. Чтобы эффект был максимальным, комплекс необходимо повторять ежедневно в течение полугода.